Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня хочу вам сделать презентацию коттеджного поселка «Морской». Давайте посмотрим вместе. Поехали! Живописные лесные ландшафты, свежий морской бриз и уютные коттеджи европейского стиля. Мы в удивительном месте, которое находится в 9 километрах от Анапы и всего в 4 километрах от побережья ласкового Черного моря. На площади 28 гектаров раскинулся коттеджный поселок «Морской». Проект на 240 домов от проверенного застройщика на рынке загородной недвижимости «Стройгарант Анапа». Коттеджи поселка выполнены в едином архитектурном стиле площадью от 65 до 145 квадратных метров. В комплексе предусмотрены несколько проектных решений на ваш выбор. На сегодняшний день построено 70 домов, из которых 63 уже обрели своих счастливых хозяев. 22 семьи проживают в Морском более полугода и рады рекомендовать поселок своим друзьям и знакомым. Все коттеджи имеют центральное водоснабжение, канализацию и подвод электричества и газа. Также в поселке запланировано подключение интернета. К каждому дому проложена качественная асфальтированная дорога. На всех улицах поселка имеются столбы для ночного освещения территории. Приобретая коттедж в поселке Морской от «Стройгарант Анапа», можно быть уверенным как в безопасности, так и в сохранности своего имущества. Поселок огорожен забором. На въезде имеется шлагбаум, дежурит круглосуточная охрана. На территории поселка предусмотрена развитая инфраструктура со своим супермаркетом, круглосуточной аптекой, СТО для авто, детскими площадками, парковой зоной для отдыха, гостевым домом. На сегодняшний день начинается подготовка территории под строительство коммерческой недвижимости. Транспортная доступность поселка Морской добавляет комфортности. Близкое расположение к Анапе, курортным поселкам Джимите и Витязево позволит вам быстро добраться как в город, так и на море, на автомобиле или на общественном транспорте. Срок полной сдачи поселка в эксплуатацию – конец 2022 года, но темпы строительства идут на опережение, поэтому завершить проект планируется уже к концу 2021 года. Коттеджный поселок «Морской», море, рядом с вашим домом.